Степан Афанасьевич. А? Какое у вас самое заветное желание? Чтобы в Московской области атмосферное давление не падало ниже 740 градусов. Это еще зачем? Рыба лучше клюет. А вот я загадала бы желание, чтобы выйти замуж за японца. А грузин тебя не устроит, а? А то у меня есть один знакомый. 21 октября стало известно, что заслуженному артисту Александру Панкратову Черному понадобилось срочное медицинское вмешательство из-за проблем с рукой. 75-летний актер временно находился в больнице. У него возникли трудности с движением двух пальцев на правой руке. Операция была необходима, и врачи успешно справились с задачей. После наложения швов и повязки Александра Васильевича отпустили домой. В ближайшие месяцы ему придется использовать специальную шину для восстановления. Панкратов Черный рассказал о своем состоянии здоровья после операции на руке. «Все в порядке, направляюсь на спектакль. У меня все хорошо. И рука, и нога, и все остальное в порядке. Прощайте», – отметил Александр Панкратов Черный. Друзья, вы можете поставить палец вверх под видео и оставить комментарий в знак поддержки любимого артиста.